конференцию. О чем бы вы спросили президента, если была такая возможность? Когда закончится? Когда закончится? Когда закончится? Ничего не спросил. Вот. Послушал бы. Когда он идет? Когда мы будем жить мирно? Военная операция закончится. Как долго будет длиться военная операция на Украине? Чем дольше, тем тяжелее будет нашей стране. Я желаю, чтобы это поскорее кончилось. Тем более, моя родина, моя Украина, Львов. Я очень переживаю. Ни о чем бы не спросил. Так все видно. Вы бы что спросили у президента, если бы у вас была такая возможность? Когда закончится? Пенсию нормальную. Когда кончится спецоперация? Уже радости новогодние, предновогодние. Не радуют. Вы спросили у президента, если бы у вас была такая возможность? Ребята. Скажите мне, пожалуйста, чего мне ожидать в 23-м году? И самый главный вопрос, когда я выйду замуж? И выйду ли вообще? Спасибо. Ваше место у параши. Прошу вас отнестись к этому с пониманием.